Автоледи на Митсубиси сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Этот момент попал в объектив камеры видеорегистратора. Вот иномарка поворачивает на зеленый сигнал и не пропускает пешехода. От удара челябинец едва не угодил под колеса другого автомобиля, который ехал следом. Мужчина получил травмы, но, судя по кадрам, остался жив. Еще одно ДТП произошло в Ленинском районе. Судя по кадрам, иномарка тронулась на зеленый, а водитель второй легковушки не затормозил на перекрестке. И вот результат.